Казахскому государственному юридическому университету 22 года. По этому поводу в Астане состоялась масштабная встреча юристов. В тяжелые годы становления страны глава государства издал указ открыть вуз. За 22 года работы здесь выпустили более 30 тысяч специалистов. Сегодня в стенах Альма-Матер собрались лучшие из них. Они обсудили развитие отечественной правовой сферы за годы независимости, а также поздравили новых членов ассоциации выпускников. Те, кто не смог приехать на встречу, присоединились к празднику посредством видеосвязи. С самого начала КазГЮ занял позицию одного из лучших вузов Казахстана. И, наверное, это было связано с тем, что изначально в нем были такие студенты, как Нурлан Утешев, такие деканы, как Ералы Лукпанов, очень творческие и интересные ректоры, начиная с первого ректора. И все вместе вот привело к тому, что этот вуз стал тем вузом, которым выпускники любого выпуска могут гордиться.